Меня зовут Золотарев Дмитрий, мне 29 лет, я из города Шымкент. Утром прихожу, наливаю кофе, надо взбодриться перед хорошим продуктивным днем. Я занимаюсь программированием больших производственных машин, которые выпускают медицинские препараты. К примеру, цех, с которым я работаю, там больше 30 оборудований, и все это необходимо запрограммировать. Потом получаю план производства и уже распределяю это все по машинам. Можно сказать, как собираю паровозик, который вот идет от головы и до хвоста, то есть это идет полный цикл производства и до сдачи готовой продукции на склад. Я поколение 90-х. Естественно, как и все, я играл и в видеоигры, это очень сильно интересовало, и приходила такая мысль, что надо углубиться, хотя бы что-то понять, как это работает. И вот с этого, наверное, и начался такой интерес. Закончил колледж МИРАС на вычислительной технике и программное обеспечение. Сразу после колледжа я поступил на заочное отделение университета МИРАС, тоже города Шымкент. Параллельно устроился на данное предприятие. После 2 лет работы в цеху я был переведен в данный отдел и здесь до сих пор продолжаю работать. Так как информационные технологии никогда не стоят на месте, конечно, если предоставится возможность поучиться где-нибудь в Европе, я бы воспользовался, но с радостью бы вернулся помочь нашему Казахстану, нашим предприятиям подняться. Я хочу внести вклад в развитие нашей промышленности, внедрить международные стандарты, развивать нашу продукцию, казахстанскую, отечественную. Казахстан – это моя родина, здесь я родился. Та страна, где хочется жить, где комфортно, приятно, и где ты хочешь вкладывать свои усилия, чтобы данная страна развивалась.